Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить амнезию перерождения. Я надеюсь, что это последняя серия. Просто мечтаю об этом. Постоим немного на свету. Это просто ужас. Давай, приходи в себя. Прям как будто знает, что я где-то здесь. Что, опять на лифт? Ну попробуем. Просто я тут не вижу других просто. А хотя вон там, кстати, как было, бля. А оно бы открылось, я не знаю. Я помогу твоим спутникам, но ты должна остаться, пока не родится дитя. Одна жизнь в противовес нашим. Мы могли бы спасти Салема. Тасси, выбирать себе, это твоя жизнь. Я не могу, Хэнк, не могу. Я потеряла Элис. Этого ребенка я не потеряю. Не, ну вы посмотрите, я иду, Амари. Как будто я смотрю сейчас на трон. Не, ну вы поняли, почему. Ну реально, просто жесткая, блин, отсылка к трону. Не, ну ребят, вы видите сами, жесткая отсылка к трону. Красный, я понял, там лучше не быть. Синий можно еще. Чувствую, на этот раз она ничего не говорила. Еще один портал. Куда он ушел? Амари! Но здесь только два выхода. Как бы вот телепорт и вон та дверь. Кстати-ка, заметьте, мы фонарик так и не нашли. А смысл тогда нам давали масло? У меня реально вот. Целых два флакона давали. Не знаю зачем. Может я реально где-то, ну, фонарик потерял? Может я его не забрал, где он там должен быть? А мне это, кстати, нравится. Так что... Либо, если это так, значит, тут хороший выбор. Либо я забираю фонарик и иду с ним, либо забываю и иду без него. Вот гениально, вот просто мне это нравится. Без шуток, ребят.
Если это правда, то мне это реально очень жестко нравится. Ты ведь этого хотела. Я принес дитя. Теперь носи нас. Измени нас. Сними проклятие, если это оно. Это не оно. Она не праве была решать. Она слушала свое сердце, а не разум. Я тебя вижу, кто где, Натаси. Она не ответит. Ублюдок, что ты с ней сделал? Послушай меня. Я пытаюсь спасти. Стой! Что ты такое? Не бойся, Тасси Трианон. Я не собираюсь причинить тебе вред. Ни тебе, ни твоему ребенку. Так отпусти нас. Я могу забрать ее домой через портал. Она погибнет. Ты забыла? Ребенок родится больным. Болезнь уничтожит ее. Здесь со мной она выживет. Нет, я думал, что исцелил ее в том жутком месте. Ты же мне показала. Это была лишь отсрочка, как и у сестры. Болезнь гнездится слишком глубоко. Мне так жаль. Витая может замедлить угасание, но избавить от него, чтобы жить, ей всегда будет нужно Витая. Следуй за мной, я отведу тебя к ней. Куда на этот раз? Здравствуй, мать. Я увидел дитя внутри тебя, всего лишь зародыш, но она росла. Я не могла допустить ее гибель. Может, наверное, туда пойти, отключить ее. Я сказала тебе, что Витая подарит ей жизнь, но для этого придется остаться. У меня не осталось выбора, кроме как обратить тебя в создание, которым я могу управлять. Я бы о ней позаботилась, я бы стала матерью, как и должна была. Взгляни на себя, Тасси. Ты теперь жнец. Голод скоро затмит остатки твоего разума. Ты ей больше ничем не можешь помочь, а я могу. Ты должна позволить мне стать ей матерью. И мне сейчас должен быть выбор, да? Это здесь. Амари! Я здесь, сердце мое. Тише, я с тобой. Мама рядом. Мама здесь. Успокой ее, корми, попрощайся. Времени у тебя немного. Когда закончишь, оставь ее и иди ко мне. Я облегчу твое забвение. Что? Успокоить? It's all right. Все хорошо, кроха. Все хорошо.
Господи, Амари, и как мы до такого докатились? Ну, ладно. Если мы вернемся домой, если я найду способ тебя уберечь, и или все повторится, как с Элис. Но оставить тебя тут с ней и со всеми этими ужасами, призванными поддержать в ней жизнь. Что же нам делать? Баю-баю, ты не плачь. Глазки крепко закрывай. Баю-баю, ты не плачь. Знаю, мне так жаль. Да, вряд ли YouTube мне разрешит это оставить. Я могу выбрать. Ага, смотрите-ка. Тот пульт, который я видел, я могу отключить. Блин, знаете, очень тяжело. И хочется, чтобы ребенок остался жить. Хочу, чтобы я... А я могу здесь... Да, давайте-ка я хочу посмотреть на все концовки. Я могу сейчас сохраниться. И первым же попробуем оставить здесь. Второй уйти в мир. 10:39, да, да. Буквально 12 секунд назад. Просто я думаю, лучше вот так сделать. Только потом, ну, чисто посмотреть на все. В первой части я такого не сделал. Во второй части там одна концовка, если я ничего не путаю. Но, по-моему, у нее одна концовка. Это в первой части там было тоже несколько концовок. Я выбрал только одну. Не стал показывать. Вот и все, Мари. Если я сейчас положу тебя здесь, мы, наверное, больше не увидимся. Прости, Мари. Здесь у тебя есть шанс. Здесь ты выживешь. Ну как бы забрать я уже не смогу, да? Игрушку положила. А что у нас еще за живот? Я не понял. Благодарю, Тасси. Я буду ее защищать. Я буду ее любить. Мне жаль, что тебе пришлось пройти такой путь. Ну да. Прогулочка была не из легких. Скучно, я ее тоже не называл. А я все опять нажимал, что возможно. Я, конечно, понимаю, черный экран красиво выглядит, но, пожалуйста, покажите нам хоть что-нибудь. Нам.
О, что-то слышно. Бранденбург. Мне кажется, это была плохая концовка, да? Fraction Game Production, Amnesia Rebirth. Можно пропустить? Да Ой. Алло, Алёша! Я не хочу на это смотреть, пожалуйста, да, я пропущу. А, просто удерживать кнопку левую. Я не сразу заметил, что она там появилась. Но хорошо, что пропустить все-таки можно. Потому что я хочу сейчас загрузиться. А в 10:38. И попробуем уйти просто. Просто сначала, я думаю, а хотя... Давайте попробуем проще отключить сначала ей аппарат этот. Потому что я видел, что туда можно пойти и отключить ее полностью. Я приметил это. Может мне отказаться, сбежать с того вместе и будь что будет? Прошу тебя, Тасси, как ты можешь уберечь ее в своем мире? Ее растерзает болезнь, как твое дитя. Ты не оставила мне выбора. Ты ее не получишь. Тише, 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 Мария. The signs were there from her conception. Her body will fail her. It is your legacy. Но этим мы просто уже занимались. Получается, мы можем покончить с этим. Нет, она не изменит меня. Я думаю, сначала это, а потом мы просто уйдем.
Тише, все хорошо, Амари. Все будет хорошо. Сейчас я с плохой тетей раз... Это внимательно посмотрите. А, ну это последний, все. Я понял. Разум за туман. Эй, тише, все хорошо, любовь моя. Тебе больно, тебе страшно, но это не выход. Тише. Все хорошо. Все просто шикарно. И последний. И на этот прекрасный вид на мир трона. Не, ну реально просто похоже. Что? Я лишь хотел спасти ее. Уходим. Прости меня, сердце. Все? Опять черный экран. Я прям обожаю его. Все. И вся энергия сейчас просто исчезнет. Весь этот мир просто погиб.
через десятки сотен лет, наверное, вернется в нормальное состояние, может и дольше придется ждать этой планете, чтобы прийти в норму. Не знаю, я больше считаю, что это другая просто планета, более разумная, чем параллельный мир. Хотя, может быть... Это случай мне и Бранденбург. Да, пропустил. И посмотрим, конечно же, на последнюю, я думаю, концовку. Я не знаю, здесь есть еще другие. Как бы мы узнали, что это за концовка. А сейчас просто уйдем через портал. Я не знаю, просто какая из них самая хорошая, какая плохая. Не, ну плохую, по сути, мы видели. Ладно. А это тоже, по сути, плохая. Ну, я там потом погуглю, может, есть еще какие-то другие концовки. Но я сейчас использую последнюю, которую я знаю. Ну, читать я это уже не буду. Почему она одной рукой держит? Это же неразумно. А хотя, может, знаете, будет что еще попробовать? Вот сейчас я сопротивляюсь. А хотя, давайте попробую, не буду сопротивляться. Пусть она меня захватит. Просто я не знаю, может, если не будет сопротивляться, сработает еще какая-то касцена, мир. Тебе ее не получилось. Так, зайдем сюда и убаюкаю эту. Эй, малютка! Витай сохранит ей жизнь. Нет, так нельзя, она не выживет. Да мне кажется, ты врешь. Я не знаю почему. Она может просто врет, чтобы я ребенка оставил. Тася, дитя погибнет. А, ну не зря я взял, смотрите-ка. Вот и Париж. Нет, нет, не бросай меня! Все. Но мы хотя бы узнали, что если вы не сопротивляетесь, ничего не произойдет. Черт побери. Нет, ее больше нет. Все хорошо, Амари. Все хорошо, Амари. Ее нет.
Господи, где же мы теперь? Я с тобой, Амари. Мы дома. Мы дома. Ты замерзла. Я позабочусь о тебе, сердце мое. Мама рядом. Ну, все. Сейчас еще должна быть какая-то картиночка, прям музычку я слышу. А, нет? Все? Yes. Давайте-ка пропустим. Ну, пропускайся. Давай же. Камон! Все. Ну, по сути, мы прошли игру, ребят. Все. Все три концовки, которые я смог найти. Последняя концовка. Ну, вот это считается, наверное, хорошей концовкой все-таки. Ну, наверное, да. Я потом посмотрю, какие, может, я еще какие-то концовки пропустил, может, что-то еще. Но, да, игрушка мне понравилась. Это просто кардинально отличается от второй части Амнезии. Вот просто кардинально. Она и от первой, я бы даже бы сказал, бы отличается. Хоть и продолжение истории, как бы, не одного персонажа, который был Даниэль в первой части, а продолжение вообще с... самой этой интриги, которая была в первой части, откуда этот шар появился, откуда эти, почему тень, ну, в темноте опасно находиться. Шар, оказывается, сделала древняя цивилизация, которая существовала до нашего рождения, как я понял. Она не то что до нашего рождения, она, как я понял, делала эксперименты, бегала в наш мир, забирала у нас людей, ну, превращала некоторых людей в гулей, в этих дементоров. Как бы вот так вот. Но игрушка я, мне понравилась, вот просто реально. Просто глоток свежего воздуха после второй части. Вторая часть я не буду врать, что ну, мне она не понравилась вообще. Да, мне она понравилась, сюжет был неплохой. Но сколько всего пошло под нож, просто... всяких функций. Фонарик был бесконечный, помните? Но им не всегда можно было пользоваться. В темноте можно было ходить спокойно. Да? Так что просто вот так вот. Но игрушку я могу порекомендовать вот просто всем. Всем желающим, всем, кто любит хорроры. Ну и на канале, кстати, все, это последнее прохождение Амнезии. Больше частей пока не будет. И я думаю, мы полноценное прохождение, ну, продолжение увидим только лет через 10, как это случилось с этой частью. Потому что, по сути, вторую часть, я не знаю, вписывали в эту историю или нет. Я просто некоторые записки не читал. А какие я читал, я просто большинство уже забыл, что я там читал и когда. Как бы вот так вот. Может, было где-то какие-то намеки на вторую часть. Как бы так. Но это больше всего как бы продолжение первой части. Темный спуск. Не там как-то по-другому там ее переводили. Не помню точно, но перевод первой части — темный спуск. И... вот просто кардинально отличается вот эта часть даже от первой части. Она в разы лучше даже сделана. Я не буду брать, не буду переувеличить. Она получше будет, чем первая часть Амнезии. Мне
Жестко это понравилось. Ну ладно, хватит глагольствовать. У нас еще надо дождаться выхода Outlast, третьей части. И пройдем ее. Я думаю, что я еще, наверное, пройду еще Амнезия Horror Story. И там, по-моему, все. Это как бы то ли не совсем дополнение, фанатское, фанатский мод, скажем так, на оригинальную первую часть. Посмотрим, что она как себя представляет, но это будет позже. А пока у нас все. Я прошел. Я рад, что я прошел. Я рад, что я поиграл. Просто до сих пор рад, что игрушку просто вернули корням. Мне очень нравится. Реально приятно. Но все, ребят. Давайте. Спасибо всем, кто посмотрел. Всем удачи. И до скорой встречи.